Всем привет! С добрым утром! Я надеюсь, вы уже сделали какие-то дела, и у вас есть свободные 5 минут, чтобы со мной сделать эту медитацию, чтобы еще больше получить энергии для сегодняшнего дня, каких-то идей, может быть, информации. И всяческих свершений и просто позитивного настроения, какого-то позитивного настроя, с которым вы войдете в этот день и понесете его своим близким, этот позитивный настрой, своим далеким, своим любимым и своим врагам. Конечно, нужно немножко осознания, чтобы понести позитив своим врагам, но тем не менее попробуйте это сделать, и ваша жизнь намного станет интереснее, лучше и светлее. И свет, который от вас будет исходить, будет привлекать очень много людей, и они будут приходить на этот свет и получать тоже свою долю света и распространять дальше. И, может быть, таким образом улучшится общая жизнь вашего окружения, а затем, кто знает, всей планеты. Итак, пожалуйста, выберите удобное место, где бы вас никто не тревожил. И мы начинаем медитацию. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте, вы находитесь на огромном зеленом поле. На нем растет сочная зеленая трава и светит яркое солнце. Насладитесь этим солнцем, этой зеленой травой. Увидьте радугу, увидьте сияние какой-то энергии. Энергии разных цветов. Энергия, в которой сосредоточено все. Ваш успех, ваши дела, ваши заботы, ваши желания, ваши возможности, ваши эмоции. Войдите в эту энергию. И почувствуйте это сияние внутри вас. Как уходит беспокойство каких-то дел, взамен этого приходит энергия правильного планирования дня, удачного распределения дел. Уходит
хаос, тревога. На смену выступают такие энергии, как порядок и мысли, что все приходит вовремя. Возьмите эту мысль, как солнечный шарик, и положите в свое солнечное сплетение. Увидьте, как из солнечного сплетения разрастается огромнейший цветок, похожий на солнце. Он выходит за ваши пределы. Он выходит дальше, насколько вы можете видеть. Для него нет границ и нет времени. Этот цветок освещает полностью ваш день, принося удачу, радость, стремление к новым идеям, бодрость и новые свершения. Получите этот свет, втяните его в себя, станьте им и понесите его дальше. И радуйтесь каждому дню. Что бы ни случилось, радуйтесь, что вы живете. Что вы осознаете себя в этом теле, и что вы можете еще так много сделать и сотворить на этой планете, в вашем кругу, на вашем рабочем месте, в вашем доме, с вашими родными, везде, где вы есть. Втяните как можно больше этого света. Пусть он принесет вам сегодня творческие идеи и творческие мысли. Вы видите их, как голубые шарики, которые летят по направлению к вам. Впустите их в свою жизнь. Наберите как можно больше этих голубо-белых шаров, которые раскрываются в вашей ауре, как цветы, приносящие любовь, осознание, равновесие души, спокойствие, знание своей дороги, умение что-то создавать и желание что-то создавать. Питайте полностью каждой клеточкой своего организма этот свет. Представляя, что вы губка, почувствуйте это на физике, на своем физическом теле сейчас
и глубоко вдохнув в себя, возьмите все сделанное в энергетическом пространстве и принесите его в свою физическую жизнь. Выдыхая, распространите этот свет в каждую клеточку вашего организма. С вами была Lightland Ольга Пёни. Приходите к нам на землю света. Пока! Удачного дня вам!